Уже действует закон о гаражной амнистии 2 года, он вступил в силу 1 сентября 2021 года. И у наших жителей остается еще время до 1 сентября 2026 года, остается возможность регистрировать в упрощенном порядке права на гаражи и на земельные участки, на которых стоят гаражи. Упрощенная процедура в любом случае, потому что достаточно прийти в орган местного самоуправления и подать заявление о предоставлении земельного участка. К заявлению нужно приложить любой документ, подтверждающий факт владения гаражом на протяжении долгих лет. Это может быть какой-то договор о присоединении энергосетей. Это может быть какая-то справка о выплате пая в кооперативе, или может быть решение какого-то старого предприятия, колхоза, совхоза, распределение земельных участков или о распределении гаражей. Но в любом случае этот гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года, то есть тогда, когда градостроительный кодекс вступил в силу. И этот гараж должен быть обязательно капитальным строением, стоять на фундаменте, быть не выше одного этажа, ну и, соответственно, земельный участок должен быть, на котором стоит гараж. Совсем много обратилось за регистрацией права в упрощенном порядке. Это у нас на сегодняшний день зарегистрировано порядка 400 гаражей по упрощенной форме и около 1000 земельных участков. Хотя на самом деле у нас в реестре стоит больше 42 тысяч гаражей и земельных участков без прав, без оформленных. Поэтому у людей остается возможность в упрощенной форме прийти и быстро оформить на основании каких-то документов, которые косвенно подтверждают право собственности.